У 9-летней Насти врожденный диагноз – ДЦП. Мама рядом с ней круглосуточно, воспитывает двух близняшек одна. Живут только на детское пособие. Ездили в центр, в Иркутск, на Конево. Потом в зиму раз ездили. Но на Конево в этот раз лето поехали, от нас отказались, потому что ребенок тяжелый. И отправили в хоспис в Иркутске там же. Ну, туда обратились, и они нас приняли. Пролежали там месяц. Многие родители подтверждают положительные изменения в ребенке после прохождения курса дельфинотерапии. Это в Сочи. Сумма, которая необходима семье, 160 тысяч рублей. Таких средств у матери-одиночки нет. На сайте Иркутского регионального отделения фонда «Стеллариум» объявили сбор. Это не увеселительная прогулка, это лечение, это реабилитация для ребенка, потому что вот эти спазмы, вы видели, это очень больно и это очень страшно. Она, может быть, и хотела бы где-то что-то пошевелить, но из-за боли ей страшно. А в воде с дельфинами, с терапевтом, ее научатся пользоваться своим телом, и вода, она ослабляет, нет веса, и она может растянуть, да, то есть она может пользоваться. То есть это новый этап в жизни, понять, что я могу это сделать, я поверить в то, что я могу. Чтобы помочь, отправьте смс на номер 7715 с текстом 2323. Далее сумма пожертвования. Настя и ее родные будут рады любой помощи. Яна Романова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.